нас сегодня особый день, особая встреча. К нам в гости приехал наш руководитель регионального подразделения Федерации судебных экспертов Мусаева Марьяна Магомедрамазановна. Она у нас руководит нашим офисом в городе Махачкала, Республика Дагестан. Особенность развития нашей компании в Республике Дагестан, именно на эту тему мы сейчас должны с Марьяной пообщаться. Как давно ты открыла подразделение в Дагестане? Когда открылись наши двери в республике? Наши двери открылись в Дагестане в январе этого года. Вот, мы открыли в городе Махачкале, на улице Керимова, в здании завода «Альтар», наше подразделение, где принимаем клиентов, оказываем клиентов. У нас офис находится, да, действительно, на улице Керимова, в здании завода, в административном здании, на первом этаже. Весьма удобное место. На этой же площади у нас находится арбитражный суд Республики Дагестан. Рядом Кировский красивейшее девятиэтажное здание, да. Кировский районный суд и военный окружной суд по Северокавказскому, да? Да, федеральному округу. Вот, что, в принципе, создаст удобство для судебного корпуса. Нас очень просто найти в Махачкале. Вот, и удобно с вами будет контактировать. Сегодня у нас маленькая командировка в Москву, поэтому вот у нас, мы воспользуемся как раз таки этим случаем соединить полезное и приятное. Как судебную экспертизу и независимую экспертизу воспринимают республики, особенно московскую компанию? Ты же у нас представитель Москвы все-таки. Ты у нас прожила в Москве 6 лет. Да. Ну, доверяют больше, потому что у нас в штате находятся московские эксперты. Мы большую часть экспертизы отправляем в Москву на исследование. Поэтому для наших жителей особое значение имеет, кто будет проводить экспертизу. То есть местным экспертам, как правило, не доверяют. Местным экспертам вне зависимости, государственные они эксперты или частные, да? Ну, государственным экспертам более доверяют, чем некоммерческим организациям, в которых находятся эксперты. Ну а так, если узнают, что экспертиза будет выполняться московскими экспертами, конечно, они больше этому доверяют, этому заключению, потому что это независимые эксперты. Они никем не будут подкуплены. Они пройдут заключение в рамках специальных знаний, познаний. Понятно. Если ты будешь говорить погромче на камеру, будет гораздо слышнее и интереснее. Следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям немножко о себе. Где ты родилась? Какими языками владеешь, вот, какие дипломы университета заканчивала. Я полагаю, это покажет наш статус в лице дагестанской публики. И вообще к публике Северного Кавказа. Я, насколько помню, у тебя есть цель развиваться потом на территорию других республик, да, Северного Кавказа. Да. Да? Ну давай начнем с образования. Ну, родилась я в городе Каспийске, Республики Дагестан. Училась там в школе Каспийске. Потом поступила в Дагестанский государственный технический университет на строительный факультет, специализация экспертизы в управлении недвижимостью. Затем, после окончания, я переехала в Москву, где получила на работу, да, в Центр судебных экспертиз. Тут проработала 5 лет. Или 6, я уже не помню. 5 лет проработала. И в 2013 году переехала в Дагестан. Ты забыла второе высшее образование. Это скромность, да? Да. Закончила она у нас, насколько я по памяти, Московский университет МВД. Какой факультет? Юридический. Юридический факультет. И в Москве какие еще дополнительные дипломы у тебя есть? Ты не скромничаешь? Я прошла переподготовку в Институте повышения квалификации ГАСИС. На тему строительной экспертизы или просто? На специальность промышленное гражданское строительство. Для усиления, да, как базовые знания. Палат судебных экспертов, да? Да, составила членство палат судебных экспертов. Пока эта палата, к сожалению, не утратила свои позиции, с учетом вот этого дурацкого нового законопроекта, который отменяет все ранее выданные сертификаты, говорит, надо все делать заново. Ну ладно, посмотрим. Еще ты, насколько я помню, училась на товароведа, да? Да, я получила прошла курсы подготовки экспертов товароведения в госстандарте Российской Федерации, которые до сих пор продолжают, в принципе, обучать и товароведов. Да. Обучилась сметному делу в институте ГАСИС. То есть отклеилась как мартышка очками, да? С справками. Да, ясно. Это, в принципе, очень хорошо. Так что у нас в республике один из самых лучших экспертов в области строительной экспертизы. Итак, что было, как ты росла в Москве? Чем в Москве занималась? В Москве я выполняла практически все виды строительно-технических экспертиз. В самом начале нашей деятельности как эксперта строительно-технической экспертизы, сопутствующие я выполняла землеустроительные экспертизы. В дальнейшем землеустроительные экспертизы обособлились и переросли в отдельный департамент землеустроительных экспертиз. То есть покопалась во всех направлениях смежных, да, фактически? Да, смежные направления по землеустройству, по оценке. Я могу произвести экспертизу постройки и оценить объект, осметить объект могу, замерить земельный участок. Наложение земельных участков. Наложение земельных участков. Понятно. Качество строительно-технических работ. Сервитутами занималась. Сервитуты, раздел домовладения. Ну, в общем, все виды строительства. Но я так думаю, с учетом того, что в Дагестане строительство ведется на невысоком уровне, я бы сказал, на плохом уровне, да? Контроль не такой высокий, как в средней полосе России. Я так думаю, что этот вид экспертизы будет очень востребован, да? Ну, то есть стандарты качества у нас московские, поэтому в Дагестане ты должна там блистать на этой тематике, как эксперт. Я так скажу. Вот хочу уточнить один момент. Строительство у нас довольно активно. Очень. Я был на Качкале. Но контроль за качеством строительства не акты какой. Поэтому да. Строительство, вот как правило, ведется с нарушениями. Вот эти вот ужасные балконы, которые начинают настраиваться с первого этажа и ведут до последнего, пока. Ну, это, конечно, выглядит отвратительно. Плюс еще многоэтажные высотки строятся очень близко к дороге. У нас от дороги, от красной линии дороги должно быть 5 метров минимум. Буквально впритык строится к дороге, проезжей части. То есть дела, связанные со сносом, с самовольной постройкой, со сносом домов, которые вылезли за пределы допустимых, да? Пожалуйста, вот обращайтесь, будем решать вопрос о сносе. Или же, например, администрация района дала строительство, возведение дома или постройки, там, допустим, на 2-3 этажа, застройщик построил на 5 этажей. Требуется произвести расчет там, или соответствует постройка нормативным требованиям, либо не соответствует, если не соответствует, снести, если соответствует, тогда узаконить. Вот мы делаем расчет, выдержит ли здание нагрузки воздействия, выдержит ли оно по сейсмостойкости, мы проводим такие расчеты. Там землетрясение есть в Дагестане? Я конечно. В Армении четко есть. А вот, конечно. То есть эти вопросы восьмибальные. Вот так. Итак, ты открыла подразделение в январе месяце. С чем уже успела столкнуться? С какими обращениями граждане обращаются в Федерацию судебных экспертов? Практически все виды экспертизы. Ну, давай, последний, десяток, пятерку. Ставить технические экспертизы, землеустройства. Какие? Качество выполненных работ, раздел домовладения. Между супругами при разводе, ты об этом между супругами при разводе. Возведение, как я уже говорила, низко этажей, не разрешено по администрации. Проверка, выдержат ли эти здания нормативные нагрузки. Понятно. По землеустроительным экспертизам, наложение земельных участков, у нас вот судебное дело было назначено. Что еще? Фоноскопическая экспертиза. Ну, какие-то, фоноскопическая в Дагестане этот вид вряд ли распространен, он оказывается в небольших, вернее, в более населенных. Очень часто обращаются. А какая ситуация? Что требовалось в данной фоноскопической экспертизе? Требовалось выяснить, этим ли лицом была произведена запись. Не запись, а наговоренный текст. Да, наговоренный текст. Понятно. Уголовное, гражданское дело? Уголовное. Уголовное дело. А милиция в Дагестане фоноскопию не делает вообще, получается, да? Или это по адвокатскому запросу? Это было по судебному запросу. То есть суды, милиции Дагестана не доверяют. Вот маленький упрек в адрес экспертно-криминалистическим подразделениям, у которых нет таких экспертов. Понятно. Что еще интересно? Товарищеские экспертизы, экспертизы юбки. Женщины использовали шелковую другую юбку, химчистки. Понятно. Есть такая категория, да. Оценка недвижимости. Для каких целей? В общем, там для списания основных средств назначила основная экспертиза. То есть запасы склада еще, не дай бог, замочены, да? Ты вот про эту категорию, да? Да, нужно было оценить на данный момент стоимость оборудования, которое находится на ферме, для того, чтобы потом, видимо, в дальнейшем ее списать. Потому что оборудование было куплено давно и уже не работоспособно. Какие перспективы у нас есть в Республике Дагестан? Адвокаты и адвокатское сообщество как к нам относятся? К столичной экспертной организации? В твоем лице? Пока мы только начинаем становиться на ноги, пока немногие о нас знают. Вот это тебе упрек. Займись просвещением в регионе. Это можно вырезать. Нет, мы это оставим специально. Как суды к нам относятся, судьи? Судьи к нам относятся двояко. Некоторые судьи нам не доверяют. То есть закостенелая категория. Да, закостенелая категория, которая считает, что доверять можно только государственным экспертам. Хотя 80% на сегодняшний день экспертизы выполняется силами некоммерческих организаций. Не государственных организаций. Одной из крупнейших является наша организация. Не крупнейшая, она единственная. Самое большое. Мы сделали маленькую статистику. У нас где-то 490 человек в штате и на форме частичной занятости. У нас строится такое количество экспертов и административного персонала по всей России. В Московском офисе больше 100 человек. Поэтому мы как бы не кричим, мы просто констатируем факт, да, такого развития. Ясно. Но я надеюсь, что мы своим качеством докажем Северо-Кавказскому региону о том, что мы работаем очень хорошо. И качество – это наш основной ориентир. Кстати, мы буквально вчера обсуждали вопрос, чем мы можем заинтересовывать судей. Мы поняли, что из 4 коней, на котором можно развивать судебную экспертизу, кони очень простые. Скорость, качество, уникальность экспертиз и минимальная стоимость. Единственный конь, на котором мы можем ехать, это только наше качество. Потому что все экспертизы в России, то есть все известные нам виды экспертиз, фактически крупнейшими там, есть организации, где выполняются абсолютно все виды экспертиз. Вот мы выполняем вообще все виды экспертиз, только не делаем наркотиков. К сожалению, могли бы делать, но нам запретили этот вид экспертизы выполнять. Очень жалко. Вот. А так мы и не выполняем мы еще всякие разные глупости, типа пищевые продукты питания. Это пускай занимается на бесплатной основе органы санэпидемнадзора. То есть все остальные виды экспертизы, вообще все виды судебных экспертиз, кроме наркотиков и вот пищевки, мы выполняем. Так вот, мы вчера было такое неформальное обсуждение данного вопроса. Мы понимаем, что итак, 4 коня. Скорость, качество, уникальность и цена. Мы можем гарантировать суду лишь высокое качество. Потому что если говорить о цене и указывать очень маленькую стоимость экспертизы, то страдают все остальные 3 коня. Вот. Буквально все виды экспертизы, они доступны подавляющему большинству экспертных организаций. Лишь бы были эксперты и оборудование, да? Никакой уникальности, то есть никаких особенностей в этом плане мы не видим. Мы просто делаем все виды экспертиз, мы до этого доросли. По поводу скорости экспертиз, мы, с учетом того, что не только мы, да, ответственны за скорость, мы выполняем свою экспертизу, когда мы сели за стол, да, выполнили экспертизу, встали за стола и отправили ее в суд. Если бы это было, казалось, вот, зрителям казалось, что все действительно так просто, сел, написал и отдал в суд, мы были бы, конечно, просто счастливы. На самом же деле ты прекрасно знаешь, что у нас в экспертном процессе участвуют истец, ответчик, судья, извините меня, помощник судьи, который не менее активно участвует в процессе, хотя это личность весьма, как серый кардинал, не публичная, да? Дальше прокурор, если он есть в уголовном деле, а в уголовном деле он всегда есть, иногда в гражданском деле прокурор есть. Количество истцов и ответчиков имеет неограниченный круг, бывает 10 человек делят объект недвижимости, да? И у каждого есть свое мнение, свой адвокат, свое ходатайство, свои требования, свое право на подачу жалоб, свое право не впустить тебя на строительный объект и провести обследование, правильно? Да. Или навредить тебе при каких-нибудь... Помнишь смешной случай, когда измеряли шум на строительном объекте, и сторона по делу все время делала, то есть эксперт-эколог замеряет физические... То есть шумовой фон, да, от работающего оборудования, а сторона по делу ходила и делала, и цокала ногами, с тем, чтобы показания были вот... Там была стройка, и как бы толщина строительной конструкции между этажами, то есть вот все было. Вот, так, вот такие вот глупости происходили. И получается, что если говорить о строках, если вся вот это все число участников начинает предпринимать какие-то действия, тебя как строительный эксперт не пускают на объект, адвокат пишет жалобы, помощник судьи не вовремя сдал дело в канцелярию. Канцелярия неделю провозюкалась с отправочкой. И в итоге срок экспертизы становится из 10 дней, превращается в квартал. Поэтому когда мы оценивали, на чем же можно, как мы можем еще больше удовлетворять интерес экспертного, судебного сообщества, мы понимаем, что сроки – это все-таки вещь, которая отчасти от нас зависит. Потому что мы делаем экспертизу. Допустим, та же по Черкесской, сама прекрасно знаешь, час она оформляется. Сложно 3 часа по единичному объекту. Все остальное это вот эта круговерть с переписка, запросы разрешения на повреждение документов, вредные адвокаты, ну, которые вынуждены удовлетворять интересы клиента, затягивать производство, писать жалобы, стороны, которые не хотят оплачивать экспертизу. То есть для суда они хотят, а когда дело касается реальной оплаты, они не хотят. Да? Поэтому на сроках, естественно, мы, как и все, вынуждены затягивать сроки по объективным абсолютно причинам. Сухой срок проведения экспертизы, сама прекрасно знаешь, 3 рабочих дня, любая стройка выполняется. При условии, что тебя пустили на объект, что все вовремя оплачено, что канцелярия вовремя отправила все, что материалов тебе достаточно для проведения экспертизы, что не надо ничего допрашивать, дозапрашивать у суда. В противном случае дело, как обычно, тянется квартал. Вот. И получается, и для Дагестана у нас что остается? Только качество. Только качество. А вот с этим мы, конечно, коньки. У нас это наш конек, мы делаем блестящие экспертизы. И мне нравится, и тебе нравится, потому что твои экспертизы воруют у тебя, делают плагиат. Но это мы зачастую, мы видим, что наши бланки, чуть ли переделают наши бланки. И нам же эти бланки пока, ну, мы их видим в экспертизах, которые поступают нам на рецензию, правильно? Ты же сама прекрасно знаешь, сколько видела бланков с нашими реквизитами, с нашей расстановкой вот этих вот логотипчиков и так далее. Вот. Нам нравится, я не скрою, то, что у наших экспертов забирают наши наработки. Это значит то, что мы работаем хорошо. И это, в принципе, это, с одной стороны, неприятно, но с другой стороны, это показатель высокого качества и того, что к нам, нас стараются скопировать. Вот. Что ты хотела? Хотела добавить по поводу уникальности проводимых экспертиз. На Дагестане нет лингвистических экспертиз, кроме как у нас. Только мы выполняем лингвистические экспертизы. То есть дела связаны с оскорблением, с национальной рознью, это уголовные все эти дела, да? Да. Это трактовка условий договора, да? Нет, даже не в этом плане, а в том плане, что мы можем перевести на русский язык. С любого диалекта, да? С любого диалекта, в том числе с арабского диалекта. Экстремистскую литературу. Это сейчас текущее дело твое, да? Поэтому, господа адвокаты, господа следователи, пожалуйста, если у вас будут появляться интересные, уникальные дела, связанные с проникновением на территорию России через азербайджанскую или там армянскую границу экстремистской литературы, welcome в нашу Федерацию судебных экспертов. Мусаева Марьяна обязательно с вами поработает. Да. Мы единственные на территории Республики Дагестан, которые выполняют такие виды экспертиз. Ну это как бы да, это показатель определенный. Это вот уникальность, уникальная вид экспертиза. Марьяночка, спасибо большое, что ты приехала в Москву. Мы тебя будем всегда рады видеть и сами обязательно будем приезжать к тебе в Махачкалу, загорать на твоих пляжах и гулять по центральному парку города. До свидания. До свидания.